Я добыл кокос. Привет всем. В общем-то, покажу, что делается вот этим. Это кокос. Они бывают двух видов. Дико растущие и уже обточенные в супермаркете. Стоят от 15 до 25 бат или гривен. Почти нет разницы. В общем-то, так как мы путешествуем налегке, нам пришлось купить нож. Потому что самолеты не пускают. Но самый простой, если бы нож, конечно, был побольше, такой тисачок, как открывают здесь, было бы все проще. В общем-то, но мы хотим кокосов, сейчас будем их открывать. Это первое, что нам нужно для того, чтобы открыть кокос. Это кокос. Серьезно? Ну ладно. Еще нам нужен пакет. Почему? Потому что он точно будет брызгаться, а потом набегут муравьи, мошкара и все такое. Нам это не надо. Так, выровняли. Какой открываем первый? Какой? Вот этот? А, ну ладно. Ты. Хорошо. Первое, что мы делаем, это чуть-чуть обрежем мякоть верхней, или как это назвать, для того, чтобы видеть, где сам орешек, который нам нужно открывать. И опять же, если бы у нас был большой нож, этого можно было бы не делать. Так. Это все выбрасываем. Дальше ставим нож вот где-то сюда по радиусу и вбиваем. Какой-то вот сейчас оно должно брызнуть. Чик. Чик. Этот реально очень легко открывается. Магазины будет сложнее. Теперь дорезаем то, что не дорезано. Кстати, срок хранения кокосов в магазинах здесь указан как 5 дней. Так, и так, переходим ко второму. Второй кокос у нас запечатан. Эту пленку надо снять. Порядок тот же. Надрезаем. Вот этот будет потверже, кстати. Снимаем, чтобы видеть орешек. Потому что иногда он глубоко, иногда высоко, ты не знаешь где. Радиус тут. И забиваем. Иногда от 2-3 ударов он уже сразу трескается по кругу. И тогда остается просто чуть-чуть так колупать. Так. Смотрим на нее. О! Сюда еще воткнем и все. Он открыт. Так, немного физической. Оп. Покажи, какая красота. Вот так. Все, что нам нужно дальше, это всего лишь трубочки и ложечки. Ложка-выгребалка, ты сказала? Класс. Ну, давай пробовать.
Ну как? Какой вкуснее? Тот? Ну, этот, наверное, у нас долго лежал. Ну, это просто сладенький, я его забираю. Нет! Да. О. Просто берем ложечку и выгребаем по кругу. Видите, все делается очень просто. И это потом очень вкусно. О, не всегда просто. Ну что, поехали искать, где самим нарвать кокосом. А теперь мы идем добывать новые кокосы.